Очень рада, что вы сегодня именно с нами, а не рядом здесь, на дискотеке 80-х. Но если хотите, мы можем вам что-нибудь сыграть. Вот 90-х? Ну, я увидела там Наталья Рейра. Там. Нет, подожди, давай пойдем по программе. Огромное спасибо, что в этот субботний вечер вы с нами. Большое вам спасибо. А следующую песню... Я посвящаю всем прекрасным дамам, которые находятся здесь, в этом зале. Ну и вообще не только, которые здесь. Всем. Вкратце, песня про то, что нас мало таких прекрасных, независимых, целеустремленных, надежных, верных и, самое главное, таких ранимых. Поэтому мужчины, которые в зале, давайте поаплодируем нам. Да, ну не искупитесь на самом деле на аплодисменты, потому что девушки, сидящие рядом, они вам потом покажут. Вот. Поэтому в этой песне я бы хотела сразу вместе с вами подключиться. Поэтому давайте будем внимательными и не скупитесь, пожалуйста, на хлопки, которые будут в дальнейшем. But I surrender the desert. I am... Кто-то узнал себя явно, да, в этой песне? Спасибо большое, давайте поаплодируем. I am a woman. I am a artist. And I know where I was being long. I'm a hand in the spaces, but I've seen an early zone. I'm
Thank you.
say Georgia. Georgia. Set old sweet song is Georgia. Я думаю, но я хочу огромное сказать спасибо своим музыкантам, потому что мы недавно совершенно приехали с тура, где мы играли мою авторскую песню, которая называется «Волны». И если бы не они, то этой песни бы не было. Поэтому давайте поаплодируем. Звезды падают на землю, словно дар.
Спасибо. И музыканту моим спасибо. Потому что они же делают тоже настроение. Но на самом деле я хочу вот что сказать. Честно говоря, я думала, что в этот субботний вечер вы нас променяете на дискотеку 90-х. Но нет, слава богу, что вы сегодня с нами. И на самом деле, ту атмосферу... А что вы смеетесь? Вы сейчас увидите. У меня тут, понимаете, танцующие тигры, танцующие олени, все прекрасно как бы. И это не просто слова. У нас только прошло 4 песни, а в программе у нас много песен. Не, я не буду рассказывать какие, поэтому... Поэтому увидите все, что есть, что, все, что в арсенале. А следующая песня? Я не знала, как быть нашей. За собой себя послала. Миллионов слов будет мало. Я вся для себя. Клевера мыши дырёк листьев. Ты вошел, как будто искал. Внизу с признаниях и мыслях шепчу про себя. Сдаться. Ты всегда успеешь. Нам дышать многого не надо. Момент не упускай. Сдаться. Ты всегда
Вот так вот, не сдавайтесь. И на самом деле, все будет прекрасно у вас в этой жизни. Я думаю, правильно? Правильно говорю? Правильно говорю? Да. Вы знаете, я хочу сказать огромное спасибо, что в этом клубе есть прямая трансляция. Потому что, вы знаете, для меня было такой радостью, что сегодня хотела ко мне на концерт прийти мама, но она не пришла. И благодаря тому, что есть эта трансляция, она сейчас с нами. Поэтому минута славы. Сейчас у меня будет, подождите, мам, привет. Все хорошо. Все прекрасно. У нас много людей, не переживай. Встречать хорошо? Ну, поехали.
Вот так. А сейчас у нас будет акустика. Да? Да, у нас сейчас будет акустика. А следующая песня, одна из моих самых любимых песен. Я так не знаю, что я другие не люблю. Просто в этой песне... Мама, привет! Мама, привет! Мама, привет! Уже... Это было уже, это уже... Это дежавю. Причем дышать? Я уже большая девочка. Сегодня тепло, вроде бы. Следующая композиция называется «А мне нужны». Ну, мне нужно сесть на барабан. Подождите, как? Да. Следующая композиция называется «Птиченька». Птиченька, под окном серая, под окном розрыжка смела. Берегла маменька, берегла девочку, берегла доченьку, берегла. А сердце девичье горит огонем, по сердцу ей милый поребен. Сердце любовь и доска под сердцем дитя, под окном птиченька, под окном серая, собралась осенью улетать. Уходил миленький, уходил ласковый, уходил в армию воевать. А сердце тебе
Сильно я знаешь, я хочу, как ты, за счастье.
чудо, птица счастья. Крылья распахнулись, крылья распахнулись.
Thank you.
надо погрустить немножко. Песня предыдущая называлась «Излечи меня», а следующая называется «Молитва». Все очень логично. Прости, сердце замирает страшно. Прости за те слова тобой. Увы, в природе все неоднозначно. Любовь не возникает дважды. Прости, стоп, говорю сама себе, хватит думать, все забудь. Обращаюсь к Богу я в мольбе, забери ты тягость жизни. Только руки поднимаю, душу открываю все тебе, ничего не замечаю. В этой жизненной игре смешно, что прихожу и унижаюсь вновь и вновь. Что делать я не знаю, ведь так сердцу не прикажешь. Скажи, что было все напрасно. Скажи. Стоп, говорю сама себе, хватит думать, все забудь. Обращаюсь к Богу я в мольбе, забери ты тягость жизни. Только руки поднимаю, душу открываю все тебе, ничего не замечаю. В этой жизненной игре. И вот конец уже недолг. Ты сам творец и сам убийца. Поставил крест на этом жаргем одно. Знай, что каждый день я буду молиться и говорить прости, его помоги. Пусть ангелы придут к нему в подмогу. Что вы говорите? Зла себе. Хватит думать, все забудь. Обращаюсь к Богу я в молитве. Забери ты тягость жизни. Только руки поднимаю, душу открываю все тебе, ничего не замечаю. В этой жизненной игре. Александр Тимирёв. Следующий у нас что? Танцующий олень. Ну, эта мысль на самом деле пришла сегодня ко мне. Ну, реально оленёнок. Вы не согласны со мной? Александр Тимирёв. Гномик? Вон. Нет. У нас дети в зале. А новенькая. У меня всегда что-то новенькое. А следующая композиция у нас... Очень интересная следующая композиция. Я безумно благодарна, что
мне удалось ее спеть на таком прекрасном проекте, как «Голос». И огромное спасибо Васе за доверие такое. И теперь вот пою эту песню сегодня для вас. Подсказывают караоке. Господи, докатились, да, караоке теперь устраиваем.
композицию. Вы еще не узнали, что это, да, за вещь такая? Подождите, люди не узнали. Не узнали, что ли? Мне послышалось что-то неприличное или что? Давайте повторим еще раз. Fuck you. Да? Ну, эта песня есть такая, я вам верю, есть такая песня, но это не она. У нас дети сегодня. Мы сегодня специально именно эту песню не решили играть. Но вы знаете, если честно, в этой песне тоже такой двусмысленный смысл. Можно понять по-разному. Поэтому не буду раскрывать вам все карты. Но я думаю, вы сами не знаете. Here come a flash of hair, rude and slowly here. Did you I believe in a hope that really here? Hey, damn, 2 years of me. Got to be a dream, just do wanna be. Давай другой бит себе сыграем.
Так что давайте вдвойне поаплодируем Михаил Кручеев!
Константин Чеботов, саксофон. И самый бородатый в нашей группе. После меня. Нет, сказала, господи. Александр Трофимов, барабаны! Мы хотим сказать вам огромное спасибо, что вы с нами, и это не только слова благодарности, а это действительно от чистого сердца, потому что... Ну, потому что действительно сегодняшний концерт удался, на наш взгляд. Мы рады, что вам сегодня все понравилось. Леш, привет! И все туда. Привет! Я могу тоже и туда сказать. Огромное-огромное спасибо, что вы сегодня с нами. И напоследок мы бы хотели с Ямы. Если вы, конечно же, не против. Нет другого пути? Нет, я без вас не могу петь, у меня контракт, сори. Но я вам скажу по секрету, 18 и 21 апреля мы выступаем в Кремле, поэтому, конечно же, мы споем. Вот. Но подождите, эта песня еще не закончилась. Но сейчас она закончится, будете кричать бис, тогда, может быть, мы споем. Какой бешеный. Ну, смотрите, давайте споем вместе. Мне бы так это хотелось, и я надеюсь, что вы не будете против. Выберем вам любую букву. Буква ЕЕ, она самая легко усваиваемая на слух. А я выберу себе самую сложную букву О. Давайте сделаем небольшой экскурс вокальный.
социальная позиция. Есть верхние частоты, средние частоты и низкие частоты. Найдите у себя грудь. И там, где у вас грудь, там, может быть, вы откопаете нижние частоты. Я смотрю, у всех девушек грудь. Молодцы! Все прекрасно! И готов еще раз! Мальчики, все же я на вас надеюсь. Поехали и... Yeah.
Thank you.
Thank you.